Анонс и точно дата выхода 8 серии турецкого сериала «Отец». 8 серия сериала выйдет в эфир 5 апреля. Напомним, ранее в сериале мы видели, как Кадир покинул дом, после чего баланс в семье и холдинге нарушился. Эмин был загнан в угол и понимает, что ему слишком сложно управлять всеми делами. Сервец совершает неожиданный шаг для того, чтобы снять с себя подозрения. В руки Кадира попадает важная информация, которая напрямую связана с Ильханом. Теперь он знает, какие планы Ильхан строит против семьи Кадира. Он решает сыграть в игру по тем правилам, которые придумал Ильхан. Это все приводит к тому, что между ними начинает возрастать давление. Эмину снова пришлось испытать признаки своей болезни, и он сталкивается с некоторыми фактами, которые отражаются на окружающих. Когда действия Ахмета против Бюшры сработали на Фазилет, а также Эмине, то девушка совершает такой шаг, который шокирует родных. Бюшра сказала, что ей не нравится этот мужчина, и она годами ничего не могла сказать только из-за страха. Бюшра напомнила Эмину, что она его дочь, а отцы всегда защищают своих детей. На этот раз она просит защитить ее как родную дочь. Но только один человек может защитить Бюшру. И она отправилась к Кадиру. Ильхан и Бюшра вечером находились на пляже наедине. С каждым разом они становятся еще ближе. Но на этот раз Ильхан решил поцеловать Бюшру. Между Ильханом и Бюшрой начинают вспыхивать искры любви. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 5 апреля. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.